Имидж-клуб «Светлана» известный такими проектами, как «Платье города», «Парад моды на Кировке», детскими и профессиональными модельными конкурсами. В сентябре этого года запустил проект для реальных женщин, чьи размеры выходят за рамки подиумных параметров. Но, несмотря на это, мечтают научиться выглядеть красиво и стильно в своем возрасте и в своем теле. Лекции о типах фигуры, правилах составления комплекта, подбору аксессуаров и нижнего белья всегда подкрепляются практическими занятиями. Сегодня практика проходит в бутике Елена Миро. Сегодня мы будем изучать свет тени, свет, как он подходит к коже, изучать это и поучимся на практике применять это в своей одежде, в своей бижутерии, в своей косметике. В общем, научимся применять свет близкий к коже, близкий к нашему цветотипу. Цвет может как поддержать человека, так и убить полностью его индивидуальность. То есть каждому человеку соответствует его колоритика, цветотип. Есть такие распространенные понятия, как девушка зима, лето, весна, и каждому соответствует определенный цвет, который сегодня и мастер научит девочек подбирать. У каждой женщины есть свои лучшие оттенки. Познакомившись с ними, можно всегда выигрышно выглядеть по сравнению с другими, с теми, кто не знает такой хитрости, такого секрета. Я бы рекомендовала использовать оттенки волос, глаз, использовать пудровые оттенки кожи, как базовые в гардеробе, и определиться все-таки, вам больше идут прохладные, теплые или холодные чистые оттенки, для того, чтобы всегда быть на высоте. Теорию о четырех колористических типах, о которых многие наверняка читали в журналах, сегодня подвергается сомнению, как не вполне точная и поверхностная. Определить цвета, которые способны вас скрасить, лучше всего с помощью стилиста. В интернете нужно прочитать, но у себя отследить уже так не получится. А со специалистами они не только подскажут, но и посмотрят на тебя со стороны, выявят твои ошибки и подскажут еще, как правильно сделать и что нужно сделать. Ну, конечно, все мы немножечко что-то знаем, но вот именно подобрать под себя, научиться из множества оттенков подобрать именно тот, который нужен, именно сможет обучить только мастер все-таки. Путаница у многих женщин возникает именно из-за того, что они пытались самостоятельно определить свой цветовой портрет, или же специалист, который частично владеет знаниями, например, визажист или парикмахер, который только начинает свой путь, неосторожно окрестили каким-то цветовым типажом. Потом девушка начинает, или женщина, свой гардероб подбирать в соответствии с рекомендациями из интернета, а по обращению к специалисту оказывается, что это все наиболее худшие и неподходящие ей оттенки, в которых она выглядит не очень хорошо. Я всегда думала, что бежевый, но когда походила на практику сюда, я поняла, что и синий – это тоже мой цвет. Но я думаю, сегодня у меня будет какое-то новое открытие. Я узнаю какой-то цвет такой, который я раньше не использовала, но он окажется моим. Это происходит каждый день на протяжении всего проекта. Вроде бы банальные вещи, которые знали на протяжении многих лет, оказывается, есть тонкости, нюансы, которые и не знал действительно до начала этого проекта. Программа Beauty Time следит за ходом проекта Modelix Plus. Каждую неделю мы будем рассказывать и показывать, как проходит модная практика в лучших магазинах и бутиках нашего города.